каждый из вас использовал такую возможность, использовал все спецтренинги. На Байкале, в Екатеринбурге, в Калининграде, в Москве, в Одессе, в Ялте, в Сочи, в Алма-Ате. Везде используйте специальные тренинги, потому что это энергия, это знание, это место, где можно потренировать свою практику. Да здравствует Джанес! Ура! Ура! But not today, I'm awake and I choose to see that there's so much more to me. My time is here, I can feel it, it's in the air. It seems so clear to me, finally I'm aware that we can have all we want if we are prepared. It's time for me to stand up and... Привет, друзья! С вами Сергей Столбов и наша дружная команда первого спецтренинга на Байкале. Посмотрите, какие мы бодрые, веселые, жизнерадостные, энергичные. И мы вам всем хором сейчас передадим пламенный привет! И споем песню. Ничего на свете лучше нету, чем иметь друзей по всему свету. Тем, кто с нами, не страшны тревоги, нам любые по плечу дороги. Нам любые по плечу дороги. Открывая города и страны, путь пройдет к любому океану. Мы работу строим в интернете, самую крутую на планете. Самую крутую на планете. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Е-е-е-е-е. Бам-ба-ба-дам-ба-ба-дам-ба-ба-дам-ба-ба-дам. Мы свое призвание не забудем, мы добро и счастье дарим людям. Жизнь в достатке нам всегда отныне, быть здоровыми и молодыми. Быть здоровыми и молодыми. На-на-на-на-на-на. Наша жизнь движение к успеху, нет преград и кризис не помеха. Наше счастье большое, наше счастье жить одной судьбою. Наше счастье жить одной семьёю. Третий день спецтренинга. Никто не спит, уже все приготовились к новым открытиям, к новым тренировкам, к новым знаниям. Сейчас у нас будет специальный тренинг по видеомаркетингу. Вот такая красота! Сегодня 29 июня, потрясающая погода,
И мы находимся на пирсе кемпинг-отеля «Елочка». И это наша потрясающая команда спецтренинга, первого международного спецтренинга на Байкале. Ребята, всем привет! 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 Как дела, как настроение? Отлично! Танечка, ты искупалась? Да. Ты просто молодец. Что на душе? Плюс 10 градусов. Счастье. А в теле? А в теле бодрость. В теле бодрость, отлично. Что скажешь, большой человек? А видишь, как мы пирс раскачали? Большой просто энергии. Ага. Это просто фантастика, волшебно, сказочно, феноменально. Спасибо, Сергей. Спасибо. Невероятно, всей, да? Всей нашей команде спасибо. Огромное, огромное спасибо. Спасибо тебе за спасибо, Дима. Ирина. Спасибо. Потрясающий спецтренинг вообще. Я столько испытываю необыкновенного. Вот тут все такое настоящее. Наконец-то я где настоящее? В Сибири. Настоящий лес, настоящие люди, настоящая вода, холодная, как она должна быть, а не как парное молоко в Черном море. Да. Настоящая энергия, настоящая у нас команда, правда? Супер. Слава Богу. Помните, я вам говорил, что не закиснете? Да. Видели мое видео? Да, оно и случилось. Давай, говори. Я не поющий человек, но мне хочется петь. Такое настроение, ну, я боюсь, вам будет некомфортно. Но у меня в душе все поет и трепещет. А сегодня вообще не день, а какой-то, я уже сказала, взрыв мозга. Так здорово сегодня вообще. И, наверное, все действительно изменится в нашей жизни после сегодняшнего дня. Супер. Так и будет. Я бы сказал, даже это не взрыв мозга, это день благодати. Да, правда? Ой, эмоции переполняют. Вот чувствуешь рядом плечо друга, вот единомышленников, поддержку. Хочется действительно, как сказала Наташа, петь, веселиться. И главное, вершины покорять. Супер. Молодец, Галя. Оля. Я только сегодня поняла, насколько это все серьезно для меня в моей жизни. Насколько не зря спасибо Господу, что Он привел меня сегодня на эту землю. Оказывается, Иркутск, это там мои корни. И я буду здесь, я буду со всеми вами. И спасибо большое всем. Супер. Всех люблю. Ни шагу назад и ни шагу на месте. Только вперед. И только вместе. Супер, приветствую всех. У нас произошла просто громадная трансформация всех нас. Перезагрузка. Перезагрузка однозначная. Просто супер. Эмоции переполняют. У нас прекрасные наставники. Желаю вам всем здесь быть, чтобы ваша жизнь изменилась в одну секунду и все поперло в гору. Готовы на подвиги? Готовы. Да будет так. Да будет Ура! Так. Ура. Марин. А я хочу сказать всем, ребята, большое спасибо вам, нашим замечательным Ирине. Я в восторге от вас. От ваших советов, от той энергии, которую вы действительно даете. Это действительно по-настоящему, от сердца, это чувствуется. Вы настоящие. Спасибо. Я настоящая! Ты настоящая? Я настоящая! Сергей, вам спасибо за то, что пригласили, за то, что организовали все здесь. На самом деле все на высшем уровне, все супер. Я увезу с собой отсюда очень много идей. И за предыдущий месяц-полтора я совершу невероятное. За последующий. За последующий. Ты за предыдущий уже совершила, а за последующий ты совершишь просто рывок. Да, спасибо всем огромное, ребята. Да, спасибо всем. Вот такие они наши ребята. Веселые, жизнерадостные, открытые, добродушные. Но самое главное, они все уникальные люди. Они очень предприимчивые, они очень душевные. Они целеустремленные. Все, что они задумали, они хотят воплотить в жизнь. А для этого у нас есть все. Потрясающая компания, у которой есть суперпродукты. И есть, конечно же, замечательная у нас система, которая называется «Знает Инфо», которая с некоторых пор начнет называться «Самая правильная система». И мы будем в ней самыми успешными ребятами, да? Давайте всем передадим привет! Привет! Привет. И давайте на 3-4... Jealous! No one can stop us from doing what we have planned. Tell me, do you understand? Where you... Привет, байкальские люди! Нервы байкальские! Сколько вас человек? 16! На 21-м километре Байкальского тракта. Это кемпинг-отель «Елочка». Завтра поедем на Байкал. 40 километров нам до Байкала. Я бы очень хотел
Олег Григорьевич, примерно 9-10 сентября планируйте второй спецтренинг на Байкале. С вашим участием. Приглашаем. Спасибо. Я сделаю все, чтобы вы приехали на Байкал. It's the last. We are a part of the future. It's coming fast. It's coming fast. Дорогие друзья, у нас происходит закрытие специального тренинга. Первый международный специальный тренинг компании GNS и системы Знает Инфо на Байкале. Вы видите эту замечательную, потрясающую команду людей, которые приехали сюда из разных городов. От Калининграда до Владивостока. И даже есть люди у нас из Болгарии. Здесь есть разные люди, разных возрастов. Но все, посмотрите, какие они счастливые, довольные. И они сделали свою работу за эти замечательные 6 дней. Вы, друзья мои, вы довольны? Да! Вы довольны? Да! Дима, ты, говорят, включил турборежим. Ну покажи, как это делается. Это турбина. Да. Это турбина. Привет, друзья, с вами Сергей Столбов и команда первого международного специального тренинга по бизнесу на Байкале вместе с компанией GNS и международной маркетинговой системой Знает Инфо. Мы приехали сюда из разных городов, от Калининграда до Владивостока. Даже с нами есть человек из Болгарии. Мы 6 дней работали и занимались тем, чтобы развивать свои навыки, развивать бизнес в интернете, сделать так, чтобы привлечь как можно больше людей, показать им, что можно быть свободными, жизнерадостными, здоровыми, веселыми и, главное, молодыми. На нашей груди написано «Молодость». Это значит, что мы показываем сегодня возможность каждому омолодиться, быть счастливым, здоровым, веселым и задорным. И сейчас мы находимся у истоков реки Ангара. Они все об этом мечтали, они все к этому стремились, и они это сделали. Так? Да! Вам нравится? Да! Вы любите Байкал? Да! Вы что, приедете сюда? Да! 3, 4. Жалей! Ребята, ваши лица!